Всем привет! Мы продолжаем играть дополнение к пятым героям Владыки Севера и проходим кампанию Дилемма Фриды. И у нас пятая миссия и вторая часть видео по данной карте. К нас с двух сторон прессуют красные и бирюзовые. Задача у нас главная текущая — освободить Дункана. Ну, чтобы нам было проще жить на карте, думаю, что стоит взять пару замков противника. Изначально хотел начинать с дальнего, но подумал, что все нам захватывать не обязательно, и ближний будет удобнее. Мы выкупили поверженного героя противника, высокоуровневого, он с тренингом, он сейчас нам подготовит рыцарей. Мы сделаем ударный стек хороший, передадим Фриде. Так, денег у нас не хватает на всех. В принципе, ей бы и стрелков тоже не помешало. Сколько у нее есть? 20. Хотя бы погрейдить. Плюс 1. Плюс 3. Что-то можно стрейдить. Ладно, это ставим. Передадим через Алайну. Тут нас Андреас вечно достает. Как раз Аксель будет текущий замок охранять. Справится с обороной замка. А Фрида пойдет захватывать следующие замки. Так. Грол у нас заберет открытые шахты и посветит немножко вверху. К Фриде мы вернемся за подкреплением. Наверное, возьмем заброшенную шахту. 38 баллов манны у нас. Так много. Так, одного арбалетчика хотят у нас забрать. Поделим рыцарей, чтобы максимальную площадь контакта иметь. Так, Фрида здесь с руки сбивает. Тиммейт. Золото очень полезно. А драгоценных ресурсов у нас серы маловато. И вот здесь есть серная шахта, и как раз можно к этому замку дороги пройти. Так, манны, манны, манны. Ладно, конец хода.
Хеличи. Так, выставим паладина. Рыцари, чтобы они допрямую доставали. 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Лича должен достать. Давайте. Да, заблокирует, но десяточка ходит раньше. Это очень плохо. Еще наружу. Раз, два, это мы выносим. Убирать мелочь полностью. Так, Лайна у нас поможет собирать, чтобы Фрида не тратила ходы. Может даже немножко посветить впереди. Так, Ролл заберет шахту открытую. Лавку артефактов интересно посмотреть. Так, Аксель у нас занимается защитой замка. Давайте с внешки всех выкупим. Пускай домой придут. Глядишь, Аксель сможет здесь потом сам повоевать. Тут у нас две шахты интересные для нас. Так, все деньги потратили. Можно было гильдию поставить. Давайте Лайна пусть вперед пробежит немножко, светанет. Так, Твел. Обзорочка. Так, ну, очевидно, это дорога к замку. Да, отклоняться не будем, идем напрямую к замку противника. Тигилью подымем. Деньги плюс сила, плюс боевой дух, дальность перемещения, снижение стоимости заклинаний, все очень интересно. Ангел, ангел. Один из защиты, два ангела, в принципе. С двумя ангелами можно уже и повоевать. Ладно, еще подождем. Thank you.
Засвечиваем обзорку. Это Красный замок. И замок Бирюзового. Лайна у нас вниз пойдет, она будет как разведчик-смертник. А Фрида на захват замка по прямой идет, не отвлекаясь ни на что. Так, дуэл забираем и видим, что здесь Джалип идет. Гролу надо убегать. Денежка у нас есть. Так, мы всех выкупили. В принципе, таким составом можно пойти шахту какую-нибудь взять. Главное сильно не увлекаться. Допустим, нейтральную шахту. Нам потом вернуться будет проще. Хотя тут темнота может выскочить на нас. Так, это у нас Лоренцо стоит. Есть. Тактики нету. Ангела не достану до конца сразу. Это не особо. Основы света. Так, у нас благословение. Сейчас нам дадут еще одну обилку. Искусная. Тут были искусные. Ладно, пускай пока посидит. Еще гильдию до конца достроим. Несколько хижин, шахта. Фрида уже достает до противника. Два стрелка. Можем их просто убрать. Теряем никого мелких. Уж наверняка первый уровень высокоуровневых никого не собьет. Тем более ход до него не дойдет. В один стек. Этих прикрывать, этих прикрывать. Башню почти уничтожили. Наших лучников.
случайно щелкнул. Пропустил героя вот своим полковым. Достаю. Здесь нету места, куда встать. Этого блокирует. Раз, этот. Как бы башен удара нам не избежать. Уклонение тогда, пускай меньше урона будет от них. Наверное, нам больше даже уклонение не действует. Так, этого забираем. Почти то же самое, что компьютер дал нам. Смотрим, что здесь есть. 6-й уровень с грейдом. 5-й уровень гильдии. Воскрешение. То, что у нас не было. Городской портал. Замечательно. Так, 50 баллов манны. Раз, два, три. Две шахты. Могу погрейдить даже. Пускай заберет шахты все. Так, а Фрида теперь с воскрешением. Может. Плюс 3 силы получше. Так, с воскрешением может меньше потери. Меньшими потерями продолжить захваты. Денег пока нету, чтобы тренинг делать. 10 000, ну нормально уже. Конец хода. Джилип убежал обратно. А кто его защищает? Thank you.
Крестьяне, крестьяне. Уже очень близко к форту. Туча, сотня, туча, орда, отряд. Понятно. Так, наверное, мы пойдем этот замок заберем. Корол посветит здесь, что есть. Дерева у нас нету. Слепление, воскрешение. Так, ну, получил он воскрешение. Какая у него сила? 6. Воскрешения хватит. Попробуем дерево забрать. Стакан вообще мечта. Блин, ответочка. Я про нее забыл. Заблокировал к ангелу подход. Так, резуректим. Изабель. Конец хода. Догнали. Не имеются. Похоже, здесь никто и не ходит. Обижают. Замок, возвращаемся. Мы успеем еще заняться тренингом.
Так, строим зал героев. Существ мы можем потренировать. 7 выделяем. Сначала их в монахов превращаем, а потом в рыцарей. Вот у меня уже нормальная толпа. Где-то здесь Андреас бегает, не будем прям туда лезть. Джоли подбил. Первый день. Нам бы добежать до города. Прирост бы забрали бы. Так. У них есть возможность выкупиться. Выкупим. Вот эта армия уже, она располагается здесь. Если я вызову, он побежит, наверное. Есть шанс, что ее перехватят. Хотя можно попробовать. Поехали. Так, сыграем вручную, а то там могут у нас манну использовать. Поражение. Без героя. Сначала рассеянность дадим, чтобы они не стреляли. Арбалетчиков ли? Уже один остался, уже убегать смысла нету. Да. Не страшно. Первого срезали.
тут у нас еще есть интересненькая. Чума. 5 ходов по 160 урона. Почти 1000 урона получается. Так, это паладин может снимать всякое полезное. Слабая сила, инициатива сильно снижается. Ладно, давайте берсерк тогда повесим на него. Единственное плохо, что... рассеянность на них лежит. Ставился, видно. Да, похоже, я подставился под этого ангела. Назад. Ладно, пока тратить не будем, нам еще воскрешение творить. Начал лечить. Подчинение и воскрешение одно. У нас будет возможность. Воскресим, посмотрим, кого лучше. 26, 1. Айти ангела. Блин. Дождался выстрела.
приемлемыми потерями. Скажем так, забрали город. Смотрим, что здесь есть. Пятый уровень. Как бы у нас уже все есть. Первого противника. Рутгер, у него там логистика должна быть. Да, пускай побегает. Собирает. В принципе, два города мы забрали. У нас уже тут такой стек образовался. Под 30 паладинов можем пробить. И это, и это. Только к замку своему сюда прибежим. Нормально, пару ходов и подкопим. Конец хода. Бирюзовому все не имеется. Думаю, он засвечивает. Лучников. Конец карты. Ждем Фриту. Thank you.
Стужвиль, это что у нас? Стужвиль, а это как называется? Red Mine. Прибывает. Это можно было с другого замка тоже выкупить сходу. Так, здесь золотая шахта, она бы нам очень помогла. Далеко бежать до нее? Да, уже в родной город достаем. Давайте атаку возьмем. В принципе, я могу прыгнуть уже без хода своего. Передадим Фредди армию. А он сам отправится к факторию. Наверное, продадим ресурсы на деньги. Пускай сидит здесь. Денег. Зачем-то я кристаллы продал, которые мне нужны. Б
были для ордена паладинов. Нормально. Достаточно для нашей миссии. Сидит здесь Руткер. Всех главное. Выкупил. Тренировать, ладно. Конец хода. Приехала армия из другого замка. Так, 100 баллов, ладно. Две. Чтобы закрыть, чтобы ангел сразу до нас не достал. Вражеский. Отлично. Адепты будут нас слепить.
сделали это умно. Ударный стек заблочили. Надо снимать. Ходит этот, потом адепты, потом 5 ми. Так, не достанет, хорошо. Блин, достал. Как же я смотрел. Как бы здесь уже и все. Потеряли. Еще утром меня тащили в цепях из родного края в подземелье безумной королевы. А теперь я на свободе и в безопасности. Меня спас блаженный ангел милосердия. Серьезно? А я вот с утра была усталой и раздраженной. И за день мало что изменилось. Не знал, что ангелы бывают столь сварливы. Так что же дальше, о спасительнице, чье сияние озаряет этот темный лес? Все стало хуже. Этот подонок Ласло напал на Торхрал. Ласло? Он лучше бы смотрелся без головы. А твой друг Вульстон защищал Андриса и попал в беду. Да, мы с ним то и дело попадали во всякие беды. Но такого еще не было. Я должен ему помочь. Я не могу ехать. Мне нужно спасти отца. Конечно. Как только они узнают, что ты перешла на другую сторону, ему придется плохо. Я волнуюсь. Путь не близкий. Послушай. Я помогу тебе добраться до излучины Густава. Там ты сможешь нанять корабль. Это сократит путь. Но потом я должен заняться своим герцогством. Спасибо, Дункан. Ты хороший человек для неотесанного мятежника. Да и ты неплохой для заносчивой графини. Слава Грифону! За нашу свободу! Задача освобождения выполнена. Получили новые задачи. Дункан должен выжить и захватить портовый город. Так, вот и город портовый. Лоренцо. Бирюзовый. Его замок нам отдали. Интересно. Баламаны. Тут у нас рыцари забыли еще. Дункан без армии. Пускай пока в город не дойдет.
принципе, даже можем. Изабель подсобить. Передать армию. Давайте. Почему нет? Ресурсов не так много, конечно. Пятнадцать паладинов. И на следующий ход что-то сможем добавить. Будет неплохо. На конец хода. Уже 23. Абсолютно ровная поверхность. Даже инквизиторов подставим, чтобы не получить удар первый. Так вот. Адепты, потом только Фрида. Рыцарь Изабель бьет насквозь. Большой выбор, конечно, возможностей. Так, ну пока рыцаря, ну, пока паладина постоим, охраняем. Мой ходит стрелок его. Это 1000 урон. Наверное, у рыцаря Изабель самый большой урон.
Текущий. Эти стрелки. Давайте рассеянность для начала. Отлично. Адепты. Подчинение. Защита. Сотни много, группа, орда, отряд. Лучников только много. Мне бы ману где-нибудь восстановить. Было бы очень даже хорошо. Дуло нашего порезал, похоже, да? Проиграли мы? Проиграли. Остаться в гарнизоне, чтобы
чтобы они прошли, не уничтожили. Да. Для чего грифонов купил, не очень понятно. Чтобы не уничтожили Дугала. Так вот. Инквизиторы, в принципе. Хотя... сделаем единички. Паладина сделаем тоже единичку, чтобы он снял. Снял с нас ослепление, что-то вроде этого. Ака добегает и сюда ударяет, да? Стрелков ослепило. Да, тут по диагонали так не очень хорошо стоял. Так, рыцари успеют встать, хорошо. Стали, закрыли стрелку. 8. Закроем проход к моим. Ладно. Не достает, этот достает. Сюда отойдем. Теперь пробьем. Два хода еще.
вообще по мелочи потеряли. Интересно, если бы я сразу тогда отбежал, он, наверное, бы не достал. Ладно, конец хода. Лоренцо первый у нас. Без потерь. Победа, ну, как-то многовато у нас забрали. Три таких. И один палладин для снятия гадостей. Сразу в бой. Их заспамим. Так, а я полечу. Сейчас отгребут у нас. Сейчас просто будем бросать вперед их. Они не убьют. Забрали город. Дерево нужно нам. Еще 10 дерева. Thank you.
Так, посидим в городе, постановим манну. Захватить и приплыть к Актю. Конец хода. Манна полная. Айрис. Нормальные у меня такие параметры. Подождем пока. Забываю про сквозной удар. Надо снять. Тут подчиним, чтобы нам было потом проще Ты славно сражался, Дункан. Спасибо. Я должна ехать спасать отца. Я бы тебе помог, но я нужнее здесь. Не знать мне покоя, пока я не оставлю след своего сапога либо на заднице бегущего Ласла, либо на его могиле. Конечно. Это твой долг. Я вернусь, как только смогу. Буду рада увидеть тебя снова. И вместе идти в бой. Даже так, Фрида? А я полагаю, есть и другие дела, которые мы могли бы делать вместе. На первом месте для нас, Дункан, возрождение Империи. А, ну да. Но Империям нужны наследники. И это значит... Ты опасный человек, Дункан. Счастливого пути. И тебе. До встречи.
Задача выполнена, миссия пройдена, как и компания «Дилемма Фриды». Спасибо за внимание, следите за продолжением. Всем удачи, пока.